Иннокентий Иннокентич. Что происходит? Я уже объяснял, Леонид Петрович, у меня половина детей в постели, грипп. Я выставил замену. Официально я уже все устроил. За час до соревнований подал перезаявку. Почему без ведома, Леонид Петрович? Все же он старший тренер. Ну, забыл, забегался, забыл. Кто должен был выступать? Из моей группы в сборную школы было утверждено трое. Остальные ребята Леонид Петрович. Персонально кто? Ионов, Байко и Росковский. А теперь Гусаков, вот, Сидоркин, Кулешов. Не тяни резинку. А по-моему, здесь что-то не так. Потом разберемся. Выводите команду. Я видел в коридоре Ионова и Байко. Этого не может быть. Не может этого быть. Капитаном команд победителей прошлого года на подъем флага шагом марш! Равнение на флаг! Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами, струйками дыма, идущими из труб. Деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами. И Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Сидоркин, встань, пожалуйста. Я правильно назвала твою фамилию? Я же у вас впервые только знакомлюсь. Ну зачем же ты ковыряешь в носу? Ты знаешь, это некрасиво. Что? Я? Разумеется, я же с тобой разговариваю. Ты скучаешь? Кто? Я? Ты плохо слышишь? Кто? Я? Да не верьте вы ему! Тогда, может, ты и почитаешь нам дальше? Ну, смелее, смелее. А вчера не была выучка, везде выучка, меня зовут. Я шел шпандером за то, что я кчал икнего ребятенка.
спокойнее. Постарайся с выражением. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, она взяла селедку и ей мордой. Что с тобой? Не надо про это место. Мне Ваньку жалко. Ну хорошо, хорошо, мы не будем дальше. Садись. Виляю. Ой. Можно мне в угол? Зачем? А вдруг я уже виноват в чем-то? Запомни, я никого и никогда не ставлю в угол. У меня такие правила. Садись. Читай. Дедушка милый. Нет, а тогда в туалет. Я в туалет хочу. По твоей вине мы уже в третий раз прерываем чтение. Ты понимаешь, что ты мешаешь? У меня мочевой пузырь слабый. Хорошо, иди. Читай. Милый дедушка, сделай божескую милость. Возьми меня. Наши этажи закрыты. Как же мне теперь? Спустись на этаж ниже. Читай. Милый дедушка, сделай божескую милость. А если я опоздаю, тогда что? Можешь оставаться там до конца урока. Закрой дверь. Слышишь? Милый дедушка, сделай божескую милость. Возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда. Я буду тебе табак тереть, продолжал он Богу молиться. Сидоркин, иди в класс. Училка.